Вот я помыл мотик, полиролью отполировал тут, чем можно. Вот так вот я его выдраил, чистенький. Бак у меня вообще высох, было пусто, выросла капуста. Вот такой вот ёбрик. Залил я, значит, бензин. Вот, бензин с маслом разбодяженный, штилевский. Я его пока туда залил. И хочу сказать, что бензин с маслом, который разбодяжен, на холодную вообще обороты не падают у мотоцикла. Он сразу на холодную рвет клочья. Вот когда бензин бодяженный с маслом. Видимо, компрессия от этого больше и мощь сильнее. Вот его мыл с амфором, убивает микробы. Короче, ни одного микроба нет, всех убил. Вот так вот. Грязь. Тряпка сырая, тряпка сухая. Ушло две пары перчаток, они рвутся вообще, потому что руки жалко, ручонки жалко. На мотоцикл вот. Мозолит вот это все, грязь. Вот. Подогрев ручек. Такой выключатель у меня. Малюсенький. Хрен найдешь его. Вот. Он у меня без зажигания так работает. Вот уже греть начинает. Тепленько. Проходит минуты две, они уже горяченькие делаются. Вот. Вот так вот. Чпоник. Вот. Зарядил аккумулятор, помыл, значит. Залил немного бензинчика штилевского. Все путем. Вот. Такие вот дела. Скоро будут видосики. Вот. Подписывайтесь. Лайки ставьте. Буду ездить. Цепочку смазал ВДшечкой. Вот. Полироль такая для пластика. Вообще все и забрызгал. И колеса, и пластики. Бак, вообще все. Короче, брызгаешь 5 минут, оставляешь. И потом тряпочкой лишнее стираешь. Он такой весь гладенький. Вот. Такие вот дела. Ну все. Туши свет.